Вот мы приехали в Потеряевку. Сегодня 24-е, видимо, среда. Отправляю сюда купленные кухонные аппараты. Уже погрузили все. А потом думаю, да поеду я сам. Ну, наказал, погрузил. Сергей вчера созвонился. Вот так. Приехали уже. Это в Потеряевке мы сегодня. О, все открыто. Я Сергею говорю, две шестерки, одна прокинута. Может, ему развернуться? Да почему? Выгружайте туда. Вам куда занести? Это вот сюда надо? Туда. Ну, ну давайте туда. Проехать больше нельзя никак. Так проведи его дальше-то. Проезжай, Сережа. Что-то у вас широко шифер-то разбросанный. Его можно и убрать было. Давай. Фонари. Дальше-то не надо. Все, тут это передавите. Давайте оттуда. Все. Заходите, Игнатьевич. Вытаскивайте. Заходите посмотреть. Ну, две. А? Что наделали тут? Смотрите. Ну, а то потом мы будем. Сейчас это, давай этот аппарат его освободить. Сейчас. Заложи там вот это, прижми его. Я потом все посмотрю. Мне главное, чтобы Сережа отдохнул. Я боюсь за него. Он за рулем может уснуть. Вот купили мы. Это нам помогла Ирма из Испании. Спаси ее, Христос. Вот уже все доставили до места. Тут оно и будет. Эти не снимать, которые внизу. Деревяшки. Так пускай будут. Ладно. Вот, а второй там другое место. Так Иосифу туда что, сейчас не занесешь туда? Нет, ну надо его позвать. Ну тогда не знаю, как позвать, а чтобы сразу завести. Давай, давай, пройди, держи крепче, не урони. Туда заносите сразу. Держи. Вот так. Дверь-то там войдет, нет? Войдет. Это у меня бочки стоят с пшеницей голубям. Трубы запасные. Вот мы сюда входим. Это Володя Пащенко дом теперь. Вот он здесь. Видите, как побелили теперь. Все, окна протерли. Все, готово принять гостей. Вот сюда вот где-то ставьте в угол. Это кухня. Вон тут, тут и стоять будет. Тут розеточки есть. О, замечательно. 3, 4, 5, 6. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 11. Человек могут вполне отдыхать. Видишь, как все сделано. А, Володя, я не пойму, а что, как оказались эти обрезанные, почему они? Ну, он решил доски сэкономить, чтобы это... Ну, а? Чтобы доски это не резать. Он... А, то есть от этих, которые отрезали? Да, да, да. Молодец. А где он сам-то, Михаил? В том доме. В том доме. Ну все, уходим. Это. Мне вот этого парня положить спать. Поехали к Осипу. А тут я, вот есть он, ну-ка открой, еще там. Есть. О-о-о. Тут еще ничего не делали. Еще нет. Это твоя комната, Володя, запомни. А я понял. А ну-ка туда открыть. А, с той стороны закрыто там. А так закрыто, вытащили, все? Я не знаю. Еще. Как не знаете? Рамы-то я говорил вытащить. А, рамы-то вынес он, вынес. Рамы вынес он? Да, да, да. Они уже в сарайке стоят. Ну все, я ему разрешил. Все порядок. Сестры приходили, там Ирина Устинова, Маша Барабаш, стекла там помыли. Да, молодцы. Окна, окна помыли. Ну все, пошли. Тут видите, как хорошо. Русская печь, голландка. Тут все одно к одному. Смотри, какой аппарат ты купили. Ну да, красиво. Так, Тифятя, где у тебя маленький? Да дай сюда маленькую плитку-то. А вы их загрузили? А ты вчера же привез, Барабаши. Он привез три? Три. А четвертая-то у тебя? Трапезная она.
А? И какая-то большая еще. В трапезной. А, четвертая... Маленькая плитка в трапезной там. А кто ее туда унес? Ну я же ее привез. Ну а почему ты мне в руки не отдал? Отдал. Я и знал. Как ты отдал? Да как отдал? И зачем бы она так и осталась там? Я сегодня забежал в избе, все просмотрел, нигде нет. Кому ты отдал? Мне ты не отдавал. Пошли. Вот такое дело. Плитка осталась в городе. Ну-ка. Подожди-ка. Это у нас сарай. Вот окна, здесь. Вот так, все просто. Ну, доволен он? Доволен. Все, тут тоже. Сороковку никуда беречь. Сороковку. Там окно. Ну все,